Позвольте вас, Владимир Владимирович, пригласить в республику в дни празднования столетия Расула Гамзатова. Ваше участие значительно поднимет статус праздничных мероприятий и еще раз покажет всему миру, что Расул Гамзатов – общепризнанный поэт великой России. А мы к этому времени постараемся подкрепить это определенными результатами положительных сдвигов в социально-экономическом развитии республики. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое, Сергей Валерьевич, за приглашение. Я всегда езжу в Дагестан с особым чувством. Конечно, это событие большое. Давайте подумаем, как это организовать наилучшим образом. Потому что Расул Гамзатов прославил не только свой родной Дагестан, аварскую часть, вообще весь Дагестан, но и вообще, я бы сказал, весь Советский Союз, Россию в этом случае.